Добрый день. Один из моих подписчиков по имени Ашот Раскян попросил сделать обзор этой гитары. Я обещал, что я в ближайшее время сделаю. Вот постараюсь выполнить его просьбу. Так, пару слов об этой гитаре. Это гитара мастера, одесского мастера Мочалова. Это был скрипичный мастер. Он делал виолончели и скрипки. Это известный мастер, потому что в Израиле показал эту гитару одному скрипичному мастеру, он восхищался работой и хорошо знаком с виолончелями и скрипками Мочалова. И объяснил мне, что эта гитара сделана просто по образцу виолончели какой-то степени. То есть сказывается опыт мастера. Но в свое время, в 1947 году, мастер Мочалов перешел на Черниговскую фабрику музыкальных инструментов. Когда там открыли экспериментальный цех по производству высококлассных профессиональных инструментов на заказ. И он там руководил этим цехом. Под его началом работал впоследствии очень известный мастер Ещенко. Короче, эта гитара была сделана на заказ моего учителя Константина Михайловича Смаги. Константин Михайлович Смага – это известный киевский гитарист в свое время был, такой как Иванов Громской в Москве. Вот так, теперь немножко пару слов об этой гитаре. Значит, гитара это сделана из искристого клёна. Нижняя дека, боковины, все искристый клён. Гриф сделан вот такой формы, вот такой. Ашот просил меня, чтобы я сделал какие-то замеры. Вот что я и делаю. Значит, мензура этой гитары 65,2 сантиметра. Так, значит, давайте, значит, сейчас измеряем. Так. Ширина 52,3 на первом ладу и 64,7 на 12 ладу. В общем, значит, эта гитара была сделана, вот, как я уже сказал, в Чернигове, в экспериментальном цеху. Год, который там написан, 1950 год. 149-1. То есть это 149-й инструмент Мочалова. А, я извиняюсь, 129-й инструмент Мочалова и первая гитара. Так, звук у нее потрясающий. Это... Так, еще меня просили измерить расстояние на 12-м ладу. Какое над струнами. Сейчас мы сделаем. Видно? 4,1. Вот так. На первом ладу он просил тоже. На первом ладу 2,3. Вот так. Вот, в общем-то, и все. А, еще вот эти расстояния просили. Самое узкое место 30. Большие ребра 46 вот здесь. Длина коробки
49. Вот так. Таких гитар было сделано, кстати, несколько. Я знаю точно, что очень долгое время на похожей гитаре такой играл знаменитый киевский гитарист Валерий Петренко. Очень долго. И даже в последнее время как-то я видел видео, что, правда, после ремонта, но он все играл на этой гитаре до последнего времени. Вот так. Все. Если будут вопросы, задавайте, что-то отвечу. Как-нибудь в следующий раз сделаю обзор.